Встречайте участников шестираундового поединка второй средний вес. Синий угол ринга из Узбекистана Иззат Ибрагимов. Участников шестираундового поединка во втором среднем весе. Синий угол ринга, бойцу 23 года, его вес 76 килограммов 100 граммов. На профессиональном ринге провел 14 боев, в двух из них одержал победы, одна победа нокаутом, 12 поражений. Из Узбекистана, Иззат Ибрагимов! Красный угол ринга, бойцу 20 лет, его вес 76 килограммов 550 граммов. Это его второй поединок на профессиональном ринге. Из России, Имам Бацаев! Рефери в ринге Андрей Курнявко. Thank you.
Итак, уважаемые дамы и господа, рефери остановил этот бой через минуту 49 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Имам Бацаев. Красный угол.